Сьюзи, новый театральный сезон обещает сразу несколько премьер. И вот она, интрига сентября. Как будет называться самая первая премьера, пока эту тайну не раскрывают в театре. Этот ребус жители Красноярска должны будут разгадать самостоятельно. Этот сезон в Сьюзи юбилейный, 55-й. Посвящен он будет подросткам. Красноярский ТЮЗ планирует пополнить его постановками для самой сложной, но очень важной категории зрителей. В ближайших планах театра – яркий и зрелищный мюзикл. Сезон подростковой драматургии, сезон более, ну, максимально направленный на подростка от там, 12 до 112 лет. Вот. Первую премьеру мы не разглашаем, ее название. Весь город будет принимать участие в том, чтобы пройти квест и отгадать, как это будет называться. Премьера состоится в конце ноября. А вторая вот премьера уже ближе к Новому году, в районе 20 декабря, состоится «Полярный экспресс» называется. Большая сказка. Во второй половине сезона новый штатный режиссер Красноярского ТЮЗа Никита Бетехтин поставит на большой сцене Оливера Твиста, Чарльза Диккенса. А на малой сцене весной планируется премьера полувзрослой, полудетской, как раз для подростков, эстонской сказки «Волынка старого Кыулу» постановки Дамира Салимзянова. Еще одно новшество в предстоящем сезоне ждет и популярную постановку «Алиса». В этом году маленькую девочку будет играть новая актриса. Для нас очень трогательное событие. Дети имеют такую тенденцию расти. Если вы знаете, что девочка играла ребенка, маленькую Алису, за спектакль уже около 4 лет, за это время она подросла и превратилась в подростка. И, к сожалению, мы вынуждены поменять и пригласить другую актрису на эту роль. Главная премьера в театре Пушкина – спектакль «Три дня в деревне» по Патрику Марберу в постановке Олега Рыбкина. Это эксклюзивное, скажем так, наше право на эту пьесу, которую мы получили у автора в течение года. Ни один театр в России пока ее ставить не имеет возможности. Вот мы надеемся, что это такое странное сочетание, может быть, Тургенева и Марбера будет интересно нашей публике. В новом сезоне благодаря выигранному гранту у театра появилась и возможность создать спектакль для детей. Режиссер Новокузнецкого драматического театра Андрей Черпин приступил к репетициям сказки «Маленькая колдунья» по повести Отфрида Пройслера «Маленькая баба-яга». На декабрь запланирована премьера спектакля Олега Рыбкина по пьесе Кристофера Кемптона «Опасная связь». Дина Володин, Александр Ермошенко, Максим Галат, Енисей, Новости.